Приветствую, дорогие зрители, на канале видео Людмила Цыганкова. Сегодня 22 января, 2014 год. Удивительные времена, которые сейчас происходят на Украине, откуда я есть родом. Там, можно сказать, идет революция. И поэтому я хочу обратиться к таким простым людям, подобных до меня, чтобы мы помолились, чтобы мы поняли эту ситуацию. Украина уже давно нуждалась в переменах, и они наступили. Только надо молиться, чтобы это произошло меньшей кровью, чтобы произошло более эффективно. И, наконец-то, Украина встала на нормальные рельсы. И чтобы Украина, украинцы, их дети, внуки зажили достойной жизнью. Удачи! Удачи, моя Украина!